Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 7 на странице 89. Прочитай. Обрати внимание на знак переноса в данных словах. Крыльцо. Огоньки. Гирька. Кольцо. Коньки. Пальцы. Почему буква «мягкий знак» при переносе слов не отделяется от предыдущей буквы? Буква «мягкий знак» служит для обозначения мягкости предшествующего согласного звука, поэтому от предыдущей буквы «мягкий знак» не отделяется. Сделай вывод, как переносятся слова с буквы «мягкий знак» с одной строки на другую. При переносе слов с мягким знаком мягкий знак остается на строке вместе с той буквой, мягкость которой он обозначает. Спиши любую группу слов, разделяя слова горизонтальной черточкой для переноса. Давайте спишем первую группу слов. Начинаем с большой буквы. Крыль с мягким знаком. Тире. Цом. Запятая. Огонь с мягким знаком. Тире. Ки. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.